Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас всех на моем канале. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить очень вкусные бутерброды на завтрак для всей семьи. Для этого нам понадобится батон, 2 помидора, половинка колбаски копченой, кусочек сыра, майонез. Для начала мы 2 помидора и половинку колбаски нарежем кубиком. Мы нарезали мелким кубиком помидоры и колбасу и сыпаем все в одну чашку. Сюда же мы сейчас добавим сыр, тертый на крупной терке. Добавляем сыр к колбасе и помидорам. По желанию сюда можно добавить зелень. Я добавлю немножко мороженой зелени, укроп. Теперь добавим сюда 2 ложки майонеза и хорошо перемешаем. Теперь мы нарежем ломтиками батон. Теперь на каждый ломтик батона мы будем ложить начинку и раскладывать уже на противень. Мы предварительно разогрели духовку до 200 градусов. И теперь будем ставить наш противень в духовку на 5-7 минут. Вот такие вот вкусные бутерброды на завтрак у нас получились. Очень питательные и полезные. Ну а прямо сейчас вы можете посмотреть рецепт очень вкусного шашлыка, приготовленного в домашних условиях в духовке. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ведь впереди вас будет ждать очень много интересного. Спасибо за просмотр. Приятного вам аппетита! Thank you.